сажаю ревень. Пакетик с ревенем я замочила в тряпочку. Замочила с вечера. Сегодня уже опять вечер. Почти у меня сутки лежал в сырой тряпочке, а тряпочка была в полиэтилене. Он у меня набух. Я разорвала пакетик. Приготовила почву. Почву приготовила. Сюда я внесла золу 150 грамм. Жмых горчичный. Хорошо вскопала. Ямка глубокая на штык лопатки. Семечки вот такие. Они уже набухли за сутки. И я вот высаживаю. Между ними, ну, сантиметров 10. Вот я сажаю ревень. Это многолетнее растение. Глубина 3 сантиметра. Глубина 3 сантиметра. Я вот в ряд сажаю по 4 семечка. Здесь всего 2 ряда будет. Потом я пересажу на 3 сантиметра и засыпаю. И приступаю к следующему ряду. После того, как я посажу этот ряд, я все полью. А в ведерке зола, да? В ведерке зола. То есть земля была перемешана с золой? С золой и со жмыхом горчичным. Угу. На 3 сантиметра глубина, по 4 семечки. Итого должно у меня выйти 8 росточков. А что это за растение? 8 росточков – это ревень. Его стебель пригоден для приготовления, ну, типа щавеля. Там он очень богат органическими веществами. Здесь и лимонная кислота, и яблочная, и всевозможные. Чем-то напоминает немножечко щавель, но вкус очень приятный. Очень хорошо делать компоты из него. Потом для варенья хорошо. И хорошо печь пироги. Я в основном для пирогов.